Մեր ռուս ընկերոջը խոսք տալուց առաջ ես ցանկանամ Ուկրաինայի դրոշը բարձրացնել հարթակ եւ ծափահարություններով ողջունել ինքնիշխանության եւ անկախության տարածքային ամբողջականության համար պայքարող Ուկրաինայի ժողովրդին եւ բանակին։ Ոսկունի Եվգենի Տուրչինը Хочу сказать несколько тезисов. Хочу начать с того, что очень много жителей Еревана удивляются, почему на улицах Еревана в последнее время очень много ребят и девушек из России. Ответ довольно-таки простой. Это люди, которые бегут от фашистского режима, который образовался в нашей стране за последние десятилетия. Все говорят то, что в России жить хорошо, даже очень многие местные люди говорят, что почему вы оттуда уехали, у вас и там хорошие зарплаты, у вас есть рабочие места, образование, медицина. На самом деле люди бегут не от этого, люди бегут от того, что люди просто не могут сказать то, что они думают. Если твои мысли, даже не то, что слова, если твои мысли разнятся с политикой Путина, будем говорить прямо, то тебя просто сажают в тюрьму, тебя бросают на 15 лет, как по недавней новой статье за так называемые фейки о войне в Украине, а ни в коем случае не о спецоперации, как это говорят в Кремле. Поэтому десятки тысяч людей бегут оттуда. Как мне кажется, и кажется многим миллионам людей в России, адекватным, думающим людям, кажется, что нужно раз и навсегда распрощаться с советским прошлым, выкинуть и вышвырнуть просто это из головы. И в первую очередь вышвырнуть этот совок из Кремля. Совок, который губит русскую молодежь, будущее нашей страны. И действительно, миллионы людей сейчас молятся за Украину, за жителей Украины, свободной Украины. И именно этот самый Советский Союз сейчас напал на Украину. Многие еще спрашивают, что это за флаг, бело-синий-белый. Хочу, пользуясь случаем, рассказать, это флаг свободной России, это флаг России без Путина, это флаг будущей России. Естественно, всем нам, я думаю, как и жителям Армении, нужно ориентироваться на Запад, ориентироваться на Европу и забыть уже про советское прошлое и гордиться тем, что мы имеем сейчас, и строить будущее, а ни в коем случае не жить в прошлом. Слава Украине! Живее Беларусь! И Россия будет свободной! Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.